Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, где мы говорим о развитии мышления инвесторов и формировании инвестиционного портфеля. Сегодня хотелось бы поговорить об инвестировании в компании нефтегазового сектора. Хотелось бы это сделать в формате вопроса-ответа. Помогает мне в этом Злата. Поставьте комментарий, нравится ли вам такой формат. Если да, то будем благодарны. Максим, приветствую. Сейчас из каждого утюга слышно про инвестирование в нефтяной сектор. Что вообще в него входит? Прежде чем начать отвечать на вопросы, нужно понимать причину, почему сейчас из каждого утюга речь идет про нефтегазовый сектор. То есть это классика жанра. Когда вы видите какой-то хайп, то в этом случае... Если о чем-то говорят очень много, то есть это первая причина туда не инвестировать. То есть я эти высказывания слышал и в письмах Уоррена Баффета, много про это говорит Джим Роджерс в книжке «Товарные рынки. Самые горячие рынки в мире». И тоже вот Джим Роджерс, мне нравится его метафора, которую он приводит. Говорит, ребят, вот вы можете поехать в поездку куда-нибудь, и прийти на какое-нибудь тусовочное туристическое место, а можете там с местным куда-нибудь совершенно другое. При этом в тусовочное место будет куча туристов, куча грязи, да, будет, может быть, какая-то достопримечательность, но тем не менее вы не увидите там девственной природы. Там возможностей будет не так много, потому что все, кто хотел на этом каким-либо образом заработать, они там уже присутствуют, территории поделены, гласные и негласные законы, правила непосредственно установлены. То есть если прийти туда заново и попытаться там что-то сделать, это будет сделать достаточно сложно, вы сразу же попадаете в конкурентную борьбу. Или вы можете пойти туда, где людей абсолютно нет, и в этом случае все сливки можете непосредственно собирать. Теперь о причинах, почему сейчас много говорят про нефтегазовый сектор, по одной простой причине, что произошел ковидный 2021 год, то есть у нас была ситуация, связанная с локдаунами, с ограничением количества путешествий в различных форматах, это и круизные лайнеры, это и авиаперевозки, это и путешествия на автомобиле. Соответственно, потребление продуктов нефтегазовой отрасли очень серьезно сократились. Соответственно, сократилось потребление цен на нефть. Производители нефти, соответственно, не смогли оперативно об этом договориться, и цены на нефть очень сильно упали. Соответственно, в такой истории упали и нефтяные компании, потому что рынок, он дисконтирует денежные потоки, да, то есть если компания не производит новые там баррели нефти, если компания продает эту нефть за очень дешево и не позволяет окупиться себестоимость добычи нефти, то в этом случае акционеры компании ожидают, что, вернее, наоборот, не ожидают никакой прибыли, не ожидают никаких дивидендов, и в этом случае они предпочитают переложиться в компании, которые, наоборот, выигрывают от этого. Начинается распродажа, то есть именно в этот период наблюдалось то, что дивидендные доходности крупнейших менеджеров, допустим, американских, достигали там двузначных значений. Сейчас произошла обратная история, да, то есть экономика восстановилась после кризиса, цены на нефть непосредственно восстановились, восстановление цен на нефть, соответственно, благоприятно сказывается на росте прибыли компании. Дополнительным фактором, который сказывается на то, что нефтегазовые компании, вообще сырьевые компании сейчас позитивно оцениваются, потому что восстановление экономики, разгон инфляции, процентные ставки остаются на очень низких значениях, и вся совокупность этих факторов говорит о том, что компании, которые занимаются добычей сырья, которые одни из первых инфляционные издержки перекладывают на потребителя, они как раз-таки являются бенефициарами всего этого. То есть растущая разгоняющаяся инфляция, она в первую очередь, девальвация доллара, сказалась на росте цен на сырьевые товары, и от этого, в принципе, все выиграли. Нефтегазовый сектор – это один из элементов сырьевого сектора, и, соответственно, здесь все произошло дисконтирование. То есть они, во-первых, дешево стоили, у них была привлекательная дивидендная доходность, процентные ставки находятся на низких значениях, ожидание роста инфляции, рост цен на сырьевые товары, валовый рост выручки, валовый рост чистой прибыли, валовое увеличение возможных дивидендов, которые можно получить от компаний нефтегазового сектора. И все это, соответственно, в ожидании высоких прибылей приводит к тому, что только ленивый сейчас не говорит о нефтегазовом секторе. Но опять-таки, если говорить о том, покупать это сейчас или нет, покупать поздно, да, то есть, ну как поздно, то есть дивиденды еще получить можно, но сейчас цена, которую уже нужно заплатить за эти активы, то есть рынок уже дисконтировал все эти положительные моменты в цену. Поэтому получается, что да, можно получить разово какие-то дивиденды, но понимать, что если у нас экономика, при том, что
делают мировые центральные банки, когда у нас растет инфляция, процентные ставки находятся на низких значениях, это приводит к тому, что инфляционные ожидания дальше будут расти. И здесь вопрос просто, верите ли вы в то, что центральные банки и дальше будут игнорировать вот эти вот высокие темпы роста инфляции, не сократят ликвидность. Если вы верите в то, что это продолжится и дальше, и вот в этом, на перепутье, где стоят мировые центральные банки, то ли поддержать экономику, то ли бороться с инфляцией, вы лично считаете, что будут поддерживать экономику, что на инфляцию пока наплюют, то в этом случае можно еще покупать, потому что, опять-таки, инфляционные издержки будут отнесены на потребителей, да, и компании будут и дальше выигрывать. Но если все-таки центральные банки займутся своей основной деятельностью, управлением финансовой стабильности экономики, начнут повышать процентные ставки, конечно, в этом случае можно увидеть охлаждение на рынке сырьевых товаров, падение цен на сырьевые товары, падение прибылей у компаний, которые занимаются добычей сырья, в том числе у нефтегазовых менеджеров. Соответственно, снижение как выручки, чистой прибыли, так и размера дивидендных выплат. Когда оптимальнее будет покупать нефтяной сектор? Есть несколько факторов. Но для меня там с позиции эмоционально покупать нужно тогда, когда у тебя не поднимается рука купить. То есть сейчас очень много идет разговоров про альтернативную энергетику, про зеленую энергетику, то есть нефтегазовый сектор все хоронят непосредственно. Его хоронили еще в 90-х годах, что объем разведанной нефти достаточно мал, да, для того, чтобы удовлетворить растущие потребности мировой экономики. Да, альтернативная энергетика развивается, здесь вопросов нет, но в вопросах альтернативной энергетики здесь, как мне кажется, моя точка зрения, что проблема заключается не столько в генерации электроэнергии, сколько в вопросе стабильности поставок электроэнергии, которые добываются альтернативным способом. То есть это касается и солнечной энергии, и ветровой энергии, энергии приливов, отливов. По той простой причине, что есть такое понятие пиковые нагрузки. То есть, когда вечером, условно, люди приходят домой, включают электроприборы, начинают подзаряжать все свои телефоны, смотрят телевизор, слушают музыку, стирают, то это приводит к значительному потреблению электроэнергии. И здесь нужно, чтобы, ну, условно, был рубильничек или крутилка какая-то, да, которая позволит дать этот объем электроэнергии потребителю. Когда мы говорим про ветровую электроэнергию или солнечную, мы не можем заставить солнце светить быстрее или больше, мы не можем заставить ветряки крутиться еще быстрее, но только изменив размер лопастей. Да. То есть основная проблема в альтернативных источниках – это сохранение, аккумулирование электроэнергии. Это сейчас стоит очень дорого, и себестоимость достаточно высокая. И что бы там ни говорили, что да, непосредственно нефть или тяжелые нефтепродукты, такие как мазут, будут сжигаться меньше, но опять-таки, если мы говорим о газе, как источнике электроэнергии, в первую очередь, как источнике электроэнергии, то я думаю, что еще достаточно длительное время это будет таким хорошим источником, потому что гораздо чище, чем тяжелые нефтепродукты сжигания, и дешевле непосредственно его добывать, транспортировать, и себестоимость там достаточно низкая добычи. И поэтому я бы не стал говорить об ограниченности ресурсов. Мы, опять-таки, можно вернуться в 90-е годы, когда говорили про ограниченность, но опять-таки нулевые года, Соединенные Штаты Америки, новая технология фрекинга, гидроразрыва пласта и, соответственно, новый источник в принципе, да, то есть месторождения газа, которых и нефти, которых раньше в принципе не рассматривали, потому что они были невыгодны для добычи при ценах там $400-500 за 1000 кубометров мировых ценах, да, то есть добыча сланцевого газа выгодна. При нефти там в районе $70-80 за баррель добыча сланцевой нефти тоже выгодна. Здесь вопрос все упирается непосредственно в цену. То есть я бы не стал говорить, что это прямо ограничено. Максим, а стоит ли инвестировать в ограниченный ресурс? Я скептически отношусь к альтернативным источникам электроэнергии. Из того, что мне, как мне кажется, зачем может быть значительное будущее, это возвращаясь к вопросам последствий третьего порядка. Вот в этом и вот в этом видео говорили о последствиях первого, второго и третьего порядка. Что это такое? И вот возвращаясь к вопросу электроэнергии, необходимости потребления электроэнергии, как мне кажется, все-таки решение будет находиться не в плоскости альтернативных источников электроэнергии, таких как, ну, у всех на устах, это зеленая энергетика, солнечные панели,
ветровые электростанции, а это к вопросу о том, что будут некие такие мобильные модульные атомные реакторы. То есть, потому что представление у людей, что атомная электростанция это опасно, что был Чернобыль, была Фукусима, но у меня есть один из клиентов, который как раз таки занимается строительством атомных электростанций в качестве подрядной организации. И у нас у всех представление о атомной электростанции. Это такая огромная станция, да, где стоят громадные реакторы такие ядерные, которые управляются там посредством свинцовых стержней, которые туда входят, система защиты. Но, ребята, вы должны еще, помимо всего прочего, понимать, что есть в России атомные подводные лодки, что есть атомные ракетные крейсеры. И там совершенно другого уровня атомные установки, они гораздо мобильнее, они гораздо меньше. Просто вот выгоднее просто поставить что-то такое большое. Но, как мне кажется, решение будет находиться именно в этой плоскости. И с одной стороны, мы сегодня говорим про нефтегазовый сектор, но как результат видео, которое вы посмотрели, посредством третьего порядка, у нас получается все-таки себестоимость добычи нефти достаточно дорогая, альтернативных источников достаточно дорогая, а атомная энергия самая дешевая электроэнергия, которая есть. Здесь, соответственно, или вопрос ядерных реакторов нового поколения, которые имеют мобильную достаточно конструкцию, а второе – это вопрос управляемого термоядерного синтеза, то есть, по сути, маленькие солнышки, которые есть. Относительно вырабатываемой электроэнергии топливо стоит не так дорого, да, электроэнергии, которая может быть из этого получена, там, тепловая энергия, которая может быть получена, я бы, может, посмотрел именно в эти направления. То есть инвестирование в производителей того же самого урана, например, или компаний, которых научное подразделение занимается разработкой вот вопросов термоядерного синтеза. Когда оптимальнее все-таки покупать этот сектор? Хороший вопрос, когда оптимально покупать, этого никто не знает. На самом деле есть две вещи, на которые стоит посмотреть. Первое – это фаза экономического цикла. То есть фаза экономического цикла, когда экономика начинает непосредственно восстанавливаться, когда происходит рост экономики, когда требуются непосредственно ресурсы, то есть после фазы рецессии, когда экономика начинает расти, где-то темпы роста в районе 0,5-0,8% в квартал, то в этом случае можно посмотреть на сырьевые компании. Второе, когда экономика находится в фазе инфляционного шока или инфляционного цикла, когда мы понимаем фактор, что процентные ставки находятся на низких значениях, потребительская активность растет, потребительская уверенность растет, и здесь сырьевые товары, они могут выступать как некие такие элементы отнесения инфляции, инфляционных издержек, которые происходят непосредственно на нефтяные компании. Но это вот что касается общих рекомендаций по миру. Второй принцип заключается в том, что инвестируйте тогда, когда страшно. Ну, то есть тогда, когда все кричат, шеф, клиенты уезжают, гипс снимают, все там. Цены на нефть имеют отрицательное значение, то есть уйдет нефть там к 15-20 долларам за баррель, можно покупать. Я бы покупал в этом случае спокойно менеджеров, потому что ожидание, что у компании не будет прибыли. Но здесь нужно быть очень осторожным, потому что очень многие нефтяные компании, они относятся к дивидендным аристократам, к дивидендным королям, и просто они хотят там находиться. И получается, что некоторые компании действительно злоупотребляют этим положением, они могут брать кредиты на выплату дивидендов, чтобы остаться дивидендными аристократными королями. И в этом случае нужно быть предельно осторожным, смотреть финансовую отчетность, то есть за счет чего вы получаете дивиденды. Потому что если экономика все-таки будет у нас падающая, а инфляция будет расти, мы можем оказаться в такой ситуации, что падающая экономика не будет потреблять тех объемов добычи нефти. Нефть глобально может начать снижаться и на длительный промежуток времени остаться на низких значениях. То есть отрасль будет недоинвестирована. И в этом случае компании, которые берут кредиты для того, чтобы выплатить дивиденды, потом в будущем отдать, когда цены на нефть восстановятся, это достаточно опасно. Здесь в такой ситуации можно инвестировать именно в сектор нефтегазовый. Не в отдельно взятую компанию, а где присутствуют все нефтегазовые компании, чтобы это было диверсифицировано непосредственно. Поэтому вот вторая такая рекомендация, когда цены на нефть достигают значений в районе 15-20 долларов за баррель. Здесь очень простая ассоциация. При таких ценах сланцевики в Америке убыточны, все, то есть, если нефть там задерживается на этих значениях больше 6 месяцев, сланцевые компании просто банкротятся, да, то есть, себестоимость добычи на
в Саудовской Аравии, да, то есть в Объединенных Арабских Эмиратах составляет там в районе 15, ну, от 5 до 15 долларов за баррель. И люди говорят, что в принципе где-то даже 4 доллара за баррель составляют. То есть в принципе саудиты, они технологически, то есть почему они имеют такое большое влияние в ОПЕК, технологически добыча в Саудовской Аравии, она настроена вот по принципу кранчика. То есть у них технология такая, надо больше нефти, они открутили кран, стало нефти больше. Надо меньше нефти, закрутили кран, стало меньше нефти. Россия такими технологиями не обладает, и многие страны ОПЕК такими технологиями не обладают. То есть у нас или мы забираем из скважины нефть, или она начинает коксоваться, да, то есть она начинает погибать. И поэтому, когда даже возникает вопрос ограничения объемов добычи нефти, Россия добывает столько же, но она просто хранит их в хранилище. Потом, когда эти ограничения снижают, она поставляет это на широкий рынок. Саудиты нет, они могут оставить эту нефть в земле. Но в Саудовской Аравии другая проблема. У них сейчас бюджет сверстан с учетом того, что цена барреля нефти составляет там в районе 65-75 долларов за баррель. Несмотря на то, что у них низкая себестоимость добычи, бюджет весь Саудовской Аравии, он бездефицитный, при цене нефти 65-75. И поэтому получается, когда она уходит в район 20, они тут же начинают стучать в колокола, срочное совещание, сборы, и, соответственно, начинают давлеть на то, чтобы ограничить объемы поставок нефти на международный рынок. И поэтому нужно понимать, что как только значение будет там 15-20 долларов за баррель, ну, то есть не допустит просто элементарно того, чтобы такие значения были. А если говорить узкоспециализированно чисто относительно России, помимо того, что на Россию влияют вот эти вот два основных фактора, о которых я рассказал, еще для России важным фактором является для нефтегазовых компаний в принципе политика правительства, политика Центрального банка в отношении валютного курса. Опять же, вот в этом видео мы рассказывали про дефолт, грозит он или не грозит России, от чего это зависит. И там я как раз таки объяснил тот факт, что курс доллара очень привязан от цен на нефть, какое существует бюджетное правило, что если цена на нефть падает, то в этом случае России нужен некий такой демпфер, да, то есть действует определенное бюджетное правило. И Россия может зарабатывать больше рублей не от того, что она производит больше товаров или услуг, то есть ВВП растет от этого, а ВВП может расти в рублях из-за того, что просто девальвирует рубль. То есть рубль там условно стоит 100 рублей, баррель нефти там 40 долларов за баррель, бочка нефти будет 4000 рублей, и бюджет будет получать достаточное количество налоговых поступлений. Но налоговые поступления берутся с прибыли. То есть, значит, компании нефтяные будут от этого тоже хорошо зарабатывать. И поэтому, когда мы говорим про российских инвесторов, да, когда стоит покупать и стоит ли покупать сейчас нефтяные компании, нужно понимать, что политика, к сожалению, сейчас финансовая политика государства, она такова, что если нужно заработать, девальвирует рубль. Девальвирует рубль, выиграют экспортеры. И в этом случае можно включать в инвестиционный портфель, опять-таки не на всю котлету, можно включать не только нефтегазовый сектор, можно включать в принципе сырьевые компании с тем, чтобы мы понимаем, если доллар будет дорогой, вместо того, чтобы доллары держать, лучше там купить компании, добывающие нефть, металлы, золото, да, включать в инвестиционный портфель. А так как российский рынок преимущественно сырьевой, можно просто индекс МВБ или РТС купить. Вопрос, каким компаниям в этом секторе лучше присмотреть? Ну, это стандартный вопрос, который задают вот люди, да, вот хочется выбрать одну какую-то звезду, вот в нее вложиться, и будет все хорошо в шоколаде. Но, как мне кажется, в свете всего того, что я рассказал, я все-таки с хорошими перспективами смотрю на акции того же самого «Газпрома». Можно по-разному к нему относиться, но то, что происходит в акциях компании, я лично считаю, что у «Газпрома» все будет хорошо. То есть в любом случае он будет поставлять газ в Европу. В любом случае, я думаю, что будут увеличения размера дивидендных выплат. И третье, опять же, я не исключаю в ближайшие 2-3 года, что в акции «Газпрома» могут быть байбеки, выкуп собственных акций с рынка, чтобы поднять общую капитализацию компании. В этом же ключе мне нравится «Новатэк», в отличие от «Газпрома», это более эффективная компания, ну, то есть это больше газ. Из нефтегазовой мы больше выделяем газовые компании. Мне нравится тот же самый «Лукойл», просто потому что частная компания позволяет увеличивать денежный поток. Но опять-таки отдельно взятому клиенту конкретную рекомендацию я не дам, и я вам, наверное, скажу, что лучше покупайте акции
нефтегазового сектора, да, то есть найдите там какие-то фонды индексные, кто аллоцирует. Ну, то есть не нужно играться в отдельно взятые истории, если не разбираетесь. Из того, что нравится, но это опять-таки не инвестиция в нефтегазовый сектор, это некая такая квазиоблигация, привилегированная акция Сургутнефтегаза, уже много про нее было сказано, чего было сказано. В акциях Сургутнефтегаза в 2021 году произошел значительный рост увеличения кубышки. А вот этой вот кубышки, которая валютная. Там много вопросов к владению, кому принадлежит Сургутнефтегаз. Очень такая непростая структура владения. Количество долларов у Сургутнефтегаза на расчетном счете в два раза больше ее цены. Но просто инвесторы понимают, что акционерам, по сути, эти доллары не принадлежат. Но они пересчитываются, и по привилегированным акциям выплачиваются дивиденды. И то, что произошло в 2021 году, ситуация, связанная с высокими ценами на нефть, связанная с относительно слабым рублем и высоким долларом, на самом деле привело к тому, что у компании эта кубышка значительно увеличилась. Сейчас, да, в настоящий момент рубль стабилен. Но опять-таки, если мы говорим о том, что на перспективе следующих 12 месяцев может быть рост процентных ставок в США, может быть ослабление рубля, то 2022 год для инвесторов, которые владеют акциями Сургутнефтегаз привилегированными, он может быть достаточно удачным в случае, если действительно начнется динамика, связанная с ослаблением рубля, то есть цены на нефть могут снижаться, и в этом случае получается, что цены на нефть снижаются, доллар укрепляется, и Сургутнефтегаз, еще раз, 50 миллиардов долларов, да, это кэш, который есть у компании, который просто может быть переоценен. Ну, то есть, если курс доллара там укрепится на 10%, то в рублях просто на 5 миллиардов у компании в год вырастет чистая прибыль, которая будет направлена держателям привилегированных акций Сургутнефтегаза. Я думаю, это хорошая история. Вот именно 2022 год, опять же, при условии, что люди считают, они, там, у них мнение такое, что рубль будет слабеть, доллар будет укрепляться. Что, как защититься в этом случае, можно быть покупку от Сургутпреф. А есть ли смысл формировать портфель только на нефтедобывающих компаниях? Здесь классика жанра по той простой причине, что никогда, какой бы сектор ни был, как бы он ни нравился, тоже часто такой вопрос, кстати, возникает, но на нем всегда ответ один. То есть понятно и закономерно стремление и желание людей вот что-то одно такое выбрать и сделать на это ставку и поднять очень-очень много. Но я говорю, нужно покупать все. То есть нужно, когда спрашиваю доллар или рубль, я говорю и франки. Как в том анекдоте, да, батюшка, вы что будете, вино или водку? И пиво. Да, вот здесь тоже там, что покупать, доллар или рубли, в рублях оставаться, я говорю, и франки. Да, то есть с тем, чтобы чем больше диверсификация, тем меньше рисков непосредственно. Это то, о чем говорит Рэй Далио очень много, особенно в последнее время. Диверсификация по классам активов, диверсификация по странам. Сейчас то, что было сказано во всем этом видео, сейчас ожидания от этих компаний очень радужные. Ну, то есть компании отчитываются, у них растет прибыль, у них растет выручка. И вот эти вот завышенные ожидания, что это и дальше продолжится, риски инфляции, дальнейшие раскрутки инфляционной петли, все это говорит о том, что в принципе компании сырьевого сектора, а нефтегазовый сектор как элемент этого сектора, они будут чувствовать себя хорошо. Но это ожидание. И в этом случае моя практика показывает, что произойти может абсолютно все, что угодно. И в случае, если ожидания совпали, да, вы заработали. Но если произошло что-то другое, и нефтегазовый сектор подвергнется распродажам по широкому рынку в очередной раз, у вас вообще не будет никакого компенсирующего инструмента, который эти убытки позволит перекрыть. И поэтому, конечно же, там, говорить о том, что инвестировать только в нефтегазовый сектор, я бы не стал. Сырьевой, широкий сектор, да, интересно. Опять же, риски присутствуют, то есть стабилизирующие инструменты тоже должны быть. Как кэш, золотодобытчики, то есть это тоже должно быть в портфеле. Поэтому говорить о том, что там, нефтегазовый сектор, только нет ни в коем случае. Спасибо большое. Друзья, если вам понравился данный формат выступления в форме вопросов, обязательно оставьте комментарий под данным видео. Как вам такой формат? Раз, два. Обязательно напишите свои вопросы, из которых можно будет и дальше такой формат видео поддерживать на нашем канале.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Как раз в одном из следующих видео у нас будет топ 5 компаний на 2022 год. Чтобы это не пропустить, колокольчик у вас на видео появился, щелкайте пальчиком. И до Нового года получите доступ. Это будет наш подарок. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.